Ну что, ребятушки, здравствуйте, дорогие рэперы, ютаберы, а также медработники, ребята. Медработники. Хотел стримчанский, ребята, сегодня начать пораньше. Сгорел в дивизионах. Парни выполняют СБЧ, выбивают карточки, играют не полной сыгранностью, выносят. Ну, я не знаю, как школьненько выносят, в общем, так сказать. Да, как будто первый день в ФИФУ играю. Предыстория такая. Сегодня тоже один подписчик сыграл катку, проиграл. 3-4. Пишет Сопу. Привет, братан, как тебя зовут? У Федор, говорит, меня зовут. У Федор. Ну и как бы далее-то спрашивает. Братан, а ты в уикенд-лиге-то сколько побед делаешь? Так 11, серебро 1. Вот могу взять и все. Он говорит, я понял, говорит, я вот золото 1 забрал, говорит. Он его выносит. Пацан выполняет СБЧ. На карточке легенд. Но это все к чему я говорю. У меня подписчик тоже выполняет. Вы все его знаете, модератор Илюха Шерман выполняет сейчас СБЧ на Пепе Гвардиолу. Ну и он скинул сейчас видосик, как игра ему помогает. Гандикап, реальный гандикап в игре. Такого гандикапа, ребята, вы еще не видели никогда. Как игра ему помогает выполнить это СБЧ. Что, погнали смотреть, ребята. У лайк стоя, обнял, как обычно. Всем пока. Сен-Максимен. Прекрасный гол!